Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такой вот крекер из магазина Победа. Крекер у нас классический, 500 грамм, так, без ГМО, ГОСТ и что там, и чего-то там еще. Вот. Крекер у нас фирмы Сладиал, кондитерское объединение. Вот, крекер на самом деле я уже пробовала, он очень вкусный, но мы его сейчас с вами попробуем снова, так, чтобы не хрустеть сильно. Так, давайте с вами посмотрим состав, как мы обычно это делаем всегда. Они так ароматно пахнут. Но знаете, вот я уже ела, вот честно, от них не оторвешься. Хочется снова, снова. Ну, они выглядят, да, кстати, как они выглядят. Ну, тут, конечно, нарисованы пожелтее немножко. Тут вот поджаристые вот некоторые, прям вот такие. Вот некоторые... Некоторые чуть-чуть побелее. Ну, они красивые, они такие... Румяненькие и выглядят вкусно. Давайте попробуем. Они очень хрустящие. Такие прям очень хрустящие. А по вкусу чуть-чуть мне что-то напоминает, как будто сыр не сыр. Вот что-то такое вот. И они немножечко сладенькие и соленые. Какие-то, знаете, такие и сладкие, и соленые. Ну, чуть-чуть сладенькие и чуть-чуть соленые. Такие вот, такое, знаете, вот что-то необычное. Как бы думаю, что сейчас ты поешь соленую печеньку, а она такая сладко-соленая. Такой интересный вкус. Ну, и в то же время она прям хрустящая, они вкусные. И, правда, если бы, допустим, это были маленькие рыбки, то есть не настолько оно крупненькое, да, а какие-нибудь рыбки, то можно было есть как чип, как не чипсы, а как семечки. Одна за другой, одна за другой, одна за другой. Потому что, ну, блин, это очень вкусно, это вкусно, реально. И остановиться очень сложно. Вот ешь, 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 и потом ты понимаешь то, что у тебя полпачки уже нету, или уже все. Вот, то есть, в принципе, можно покупать их, пробовать, кушать. Давайте сейчас разломим, посмотрим внутри ее. Ну, внутри она обычное само себе печенье, то есть, в принципе, у него никакой начинки нету, это просто классический крекер обычный, соленый, ну и немножечко так вот сладенько, очень вкусно, мне очень понравилось. Также я жду ваших отзывов, покупаете ли вы такой или нет. Продается он в Победе, еще раз повторюсь. Это, ну да, как склад, магазин, склад, как Светофор есть, а это еще Победа есть. Вот. Напишите обязательно комментарии, отзывы, если вы их покупали в комментариях, да, именно в YouTube, не где-то там ВКонтакте, не знаю, или где вы еще там мой ролик увидите. Перейдите по ссылочке обязательно, напишите в YouTube, мне будет приятно, люди другие будут смотреть, и им, конечно, тоже захочется ваши отзывы услышать, может быть, кому-то не понравилось там чем-то, может, кому-то попались какие-то там, может быть, там, я не знаю, разные ситуации бывают. Так, также смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествия наши, обзоры на другие продукты, на шоколадки, Альпенгольд, Милка, на другие продукты из магазинов Фикс Прайс,
на продукты очень много там обзоров у меня, светофоры, обыкновенных магазинов. Также можете в комментариях написать, на какой вы хотите продукт, чтобы я сделала обзор. Вот, также у нас там есть живопись и много-много всего другого. Обязательно посмотрите в плейлистах, может быть, вы что-то для себя найдете. И также подписывайтесь, мне будет очень приятно, я ценю каждого подписчика. Так, пишите комментарии, ставьте лайки, обязательно ставьте лайки, мне будет очень приятно. И с вами был канал Art Mania, подписывайтесь, да, ставьте лайки и всем пока-пока.